конечно, Сергей Михайлович, тоже к вам обращаясь, надо обратить внимание на фасадную часть многоквартирных домов. Соответственно, у нас есть программа капитального ремонта многоквартирных домов. Какие, кто может, или Олег Викторович проинформировать, какие по улице Кирова в этом году будут отремонтированы дома, фасады? Плохо. Вот опять же тема, да? Ремонтируем дорогу, благоустройство и фасад. Вот тогда уже улица заработает, засверкает. Вместе с тем, ну, тогда пока ремонта мы отдельно, необходимо эту работу проводить. Тогда мне доложить, вообще у нас 4 улицы будут ремонтироваться в этом году, да? По другим улицам, где все-таки будет производиться ремонт фасада. А может, мы подготовим письмо на руководителя капремонта края, чтобы можно перенести какие-то ремонты. Хотя, понятно, тут надо спрашивать жителей, может, там кровля бежит. Понятно, да? Но также соблюдение архитектурно-художественного регламента по правилам благоустройства, это у нас тоже один из важных вопросов. Не может такая быть картина, как сейчас мы видим на 13-м доме. То есть будет все, и дорога, и благоустройство красивое, а соответственно здесь у нас разные цвета и краски в рекламе. Поэтому тоже попрошу Сергей Михайлович провести работу, дать поручение архитектору, чтобы провести работу с управляющими компаниями, с руководителями, да, чтобы однообразие было в соответствии с правилом благоустройства. Пока нет. Благоустройство это будет. У нас 48 торговых объектов здесь торговались. Мы их на 3 недели всех собираем. Согласно дизайн-кода, даем указания, чтобы они все свои фасадные части были в соответствии. Ну, хотелось бы тоже к окончанию ремонта этой улицы. У нас что-то здесь изменилось и на фасадах. Чтобы у нас, ну, как пример был для остальных, допустим, домов, понятно, что сразу не сделаешь. Но где-то что-то уже улучшалось.